Алло всем и добро пожаловать на наш канал. Ну и где мы находимся? Как всегда, на кухне. Я вчера поздно вечером, где-то часов 8, пекла трубочки, но рецепт очень легкий. Хочу вот с вами поделиться рецептами. Варю манты. Сегодня приедет муж. 4 дня его не было. Ездил на... Как вам сказать? Со своей фирмой, как дальше учебу, на продолжение, как классификации, или как там вам объяснить. Посмотрите, какую красоту я сделала. Сейчас. Это я делала вчера корзиночки. Я сделала вчера очень много. Туда можно и сгущенку добавлять, внутри сгущенку, орешки, ну, которого было, мы уже съели. Вот, это я сейчас, потом вот у нас еще пустые остатки остались, и трубочки, как всегда, с вареной сгущенкой. Такое тесто очень вкусно, тесто, кстати, на воде. Ни на каком молоке, я вам как-то даже показывала в моем ролике, где у меня тесто, рецепт, а это совсем другой. И вот сюда я добавила... Это винбойтель. Я по-русски не знаю. Это, знаете, как пончики, там внутри как взбитое... Ну, крем, просто белый крем. Сейчас я вам покажу. Включу здесь свет. Вот эти вот винбойтель. Вот они. Они всегда замороженные. Их надо вытаскивать, чтобы они немножко подтаяли. А вот я вам покажу свой рецепт. То, что я вот нашла. Вот. Вот на вот эти вот трубочки. Сейчас я вам скажу. Это 200 грамм маргарина или масла, 2 яичка, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки и 1,5 стакана воды. Только чтобы вода была теплая. Соли чуть-чуть и соды немножко. И все просто перемешать. У вас тесто должно получиться жидкое, как на блинчики. Как на блины. И оставьте обязательно на 30 минут, да, чтобы оно постояло. Оно потом, когда начнет вот это масло, вы же масло 250 грамм, вы возьмите, растопите микровели. Потом добавьте туда сахару и хорошенько помешайте, чтобы немножко сахар растаял. Потом туда вбивайте 2 яичка, соду, соль. И потом 1,5 стакана воды, чуть теплой. И смотрите, тесто должно быть не густое и не сильно как жидкое. Такое нормально. Но у меня как на блины оно получилось. И надо обязательно дать постоять, чтобы оно настоялось, тесто. Вот они тут, сгущенка. А тут у меня готовятся манты. Тут у меня кукуруза. Так захотелось кукурузы. Вот кукурузу сварила. Кукурузу знаете, да, как варить? Я, например, варю кукурузу с солью. Я туда, вода была кипяченая, добавляю туда обязательно кукурузу. Потом солю, вытяжку надо включить. А сегодня вот тоже сделала манты. Тоже что-то давно не делали эти манты. Захотелось я так сделать. А где мой Рики? И вот завтра буду делать со своих этих... То, что мне сдачи, посмотрите, что-то надо с них делать. Это болгарский перец. Ну вот, вроде бы все сказала. На улице у нас хорошо. Очень тепло. 23-24 градуса. Завтра тоже тепло. Послезавтра будет немножко дождливое вроде бы, но будет тоже тепло. Так что вот так. Такой у меня рецепт для вас. Видео, конечно, короткое будет, но все равно хотела вам сказать этот рецепт. Тесто очень-очень вкусное и рассыпчатое. И получается тонко. Прям вот тоненько-тоненько получается. Это я две штуки оставила. Думаю, может быть, дети захотят сливки. Я вот хочу попозже сбить сливки. Просто сливки, сахар, ванилин и все. И туда немножко клубнику вытащу. Клубнику сделаю или малину. Так что вот остатки, то, что осталось. Хотела вчера сделать видео, но не стала. Думаю, не буду свои будить.
Ну, большое вам спасибо за просмотры. Завтра что-нибудь другое сниму. Завтра я работаю, завтра мои выходные. Что-нибудь постараюсь снять. Всем пока. Всего вам доброго.